19 марта ветеранов Зауралья встретили с Алексеем Кокориным, чтобы обсудить проблемные темы. Их волнуют вопросы по оплате коммунальных услуг и начисления жилищно-коммунальных выплат, особенности присвоения звания ветеран труда. Временно исполняющий обязанности главы региона заявил, что серьезно будет заниматься этими проблемами. Особое внимание в разговоре уделили теме воспитания патриотизма у молодежи. Президиум областной организации ветеранов предложил проводить больше встреч и мероприятий с молодежью, в первую очередь со школьниками. В Рио губернатора отметил, что сегодня мы живем во время больших перемен, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы у молодого поколения притуплялось чувство ответственности за свою страну. Различные общественные организации – это и патриотические клубы, это и Афганистан, это и локальные войны. То есть у них у всех есть, чтобы они посещали и на своем личном примере рассказывали, показывали, объясняли, что Родина – это святое.